Так, я родилась. Как здорово, как мне сейчас хорошо. Как я хочу так же стоять на сцене и дарить людям эту энергию. Для меня это был какой-то немыслимый обмен просто. Знаешь, бывают такие вещи, явления, которые не помещаются в слова. Я бы даже пробовать не стала. Я помню, как-то ездила на море. Там был такой один огромный камень над обрывом. И мы когда поднялись с моря, я на него села понаблюдать закат. И это было такое волшебство. Поводы есть всегда. Я помню, как будто бы вокруг моей кроватки столпились люди. У меня было ощущение, как будто весь мир закручен вокруг меня. И я подумала, как я тоже так хочу уметь дарить такие эмоции. Я попадаю на пробы к Владимиру Владимировичу Мирзоеву. Это меняет мою жизнь. Потому что я понимаю, что я хочу заниматься актерским мастерством. То, что происходит сейчас, вот этим, да, получается, что я горжусь. Собрать бы осколок. Я просто не помню середину. Собрать бы осколки, взрастить их. Полить их водой, взрастить их весной. Но не было детства, лишь топот на сердце. И стук копыт, так сердце стучит. Как не вовремя. Ой, прости. Надо его выключить. Как не вовремя. Прям совсем. Я вот прям, да, 2 секунды скажу. Я забыла выключить звук. Вот профессиональный человек.